Всем добрейшего! В Москве плюс 29. Знатная жаришка, конечно. Вот. Спасает ветерочек. Видали, какой у нас ветерочек? Нехиленький такой ветерочек, да? Вот. Может и сдуть, если что. А с другой стороны, хорошо, что не плюс 36. Вот. Но хочется обратно на пост. На вчерашний. Мы все-таки до него добрались, потом... Покажу вам видео, расскажу, что за пруд. Вообще, когда мне можно будет купаться, я там буду жить. Ну, надеюсь, что в следующем году мне уже можно будет. Вот, а сейчас мы с Синькой вышли на прогулку. И скоро буду возвращаться обратно к делам и к работе. Все, трудовая неделя началась, теперь до следующей среды. Кстати, на следующей среду у нас прям бомбическая прогулка такая. Намечается. Бомбическое место, вот, мы посидим. Вот что я хотела сказать.